У нас порядка 20 единиц техники, включая 4 пожарных прицепа в муниципальном образовании. По решению Совета депутатов эта техника передана к сельхозтоваропроизводителям, которые находятся в населенных пунктах. Используется именно для привлечения вот в рамках мероприятий по тушению и так далее, и так далее. Из 20 единиц у нас одна находится в Новополевозино, это официальный пожарный пост, который спонсируется у нас Саратовской противопожарной службой. Там в штате 5 человек, в том числе и старший поста. Муниципальное образование оплачивает ТЭРы, предоставляет помещение, технику, оплачивает ГСМ. Этот пост у нас определен для тушения пожаров в 6 населенных пунктах. Самый дальний населенный пункт у нас получается по образованию, это если в сторону Пугачева, это у нас Малоперекопной, то есть у нас там стоит ЗИЛ-131, переданный по решению Совета ВОС Ленинска. Достаточно позитивно, активно работают, там в течение, по-моему, этого года в количестве 7 раз они выезжали на тушение. Там у нас этот населенный пункт прикрыт. Если в сторону Маркса, это у нас Плеханы, там у нас у КФХ Дубинина, противопожарный прицеп. Но там еще есть крупный сельхозтоваропроизводитель Анохина, у которого также есть спецтехника, соответственно, там тоже этот населенный пункт прикрыт. Если в сторону Ершова, это у нас Комсомольская, там ЗИЛ-131 находится на территории КФХ Богачев. Постоянно обеспечиваем ее ГСМ, то есть там, в принципе, вопросов тоже не возникает.